Черноморские дельфины оказались в числе жертв российского вторжения в Украину. С конца февраля на побережье страны находят сотни мертвых млекопитающих. По самым мрачным оценкам морских биологов, уже могли погибнуть около трети дельфинов из 250-тысячной черноморской популяции. В целом, по нашим оценкам, погибло около 50 тысяч дельфинов как минимум, как максимум 100 тысяч. Среди главных причин ученые называют боевые действия на море, шумы, взрывы, а также активное использование гидролокаторов кораблями и подводными лодками. Сонары поражали акустическую систему дельфинов, и дельфин становился как бы слепым. Он не мог ориентироваться в пространстве, не мог ловить себе рыбу, и потому с каждым днем он терял вес, его иммунная система слабела. Сейчас украинские ученые собирают доказательства того, что называют экоцидом. Они не исключают, что гибель дельфинов станет одним из пунктов обвинений в адрес России. Также биологи надеются после войны организовать масштабный морской заповедник. По их словам, для восстановления уже понесенных потерь черноморским дельфинам может понадобиться более 30 лет.